Добро пожаловать в Райм-Сити. Торжество гармонии между людьми и покемонами. Тим, твой отец был легендой нашего участка. Если ты хоть немного на него похож... Не похож. Помнится, ты хотел быть тренером покемонов, когда был маленьким. Да, с этим как-то не вышло. Кто здесь? Кем бы ты ни был, я вооружен. А, ну вот опять. Я знаю, что ты меня не понимаешь, но убери степлер, или я ударю током тебя. Ты что, типа, говоришь? Вау. Ты что, типа, понимаешь? Божечки, ты меня понимаешь? Стой! Мне было так одиноко! Они меня не понимают, парень. Слышит только пика-пика. А вы его слышите, правда? Пика-пика! Да, пика-пика-пика. Он просто милашка. Это ты, милашка? Они меня не понимают, парень. Его никто не слышит? Мне не нужен покемон, точка. А как насчет первоклассного детектива? Если ты хочешь найти отца, то я помогу тебе. Мы справимся. Ты и я. Магия свела нас вместе, и эта магия называется надежда. Слушай сюда, мы заставим тебя говорить или изображать. Да. Расскажи нам все. Трубка, ага, банка. Двигать, толкать. Я отталкиваю людей, ненавижу их за то, что они уходят. Он говорит, ты можешь толкнуть. Что? Что толкнуть? Все, с меня хватит, меняемся ролями. Я плохой коп, ты хороший. Нет-нет-нет, мы не копы. Вот это нежданчик.